Во Владикавказе планируют провести международный театральный фестиваль на родине Вахтангова. Накануне Вячеслав Битаров обсудил эту идею с директором Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кириллом Кроком. Во встрече также приняли участие исполняющие обязанности министра культуры Северной Осетии Эльбрус Кубалов, художественный руководитель и директор академического русского театра имени Евгения Вахтангова Владимир Уваров, помощник главы Северной Осетии Казбек Кучиев и руководитель приоритетов программы «Культура» агентства развития Мадина Атаева. Вячеслав Битаров поблагодарил Кирилла Крока за проявленный интерес к культурной жизни Владикавказа и поздравил с открытием года театра. Кирилл Крок, в свою очередь, поделился творческими планами, которые связаны с двумя театральными событиями – столетием театра Вахтангова и 150-летием русского театра имени Евгения Вахтангова. Юбилейные торжества пройдут в 2021 году. В рамках мероприятий по празднованию этих дат вахтанговцы Москвы и Владикавказа обменяются гастролями. Кроме того, Кирилл Крок выступил с инициативой проведения во Владикавказе международного театрального фестиваля на родине Вахтангова. Вячеслав Битаров поддержал предложение и выразил готовность оказать необходимое содействие.